Всем привет, с вами Джага, и мы продолжаем играть Алиса Madness Returns, ну та, которая Алиса вторая. Как вы думаете, я отсюда допрыгну? Что-то мне подсказывает, что это было зря. Нет, все нормально. Как вы поняли, это мастерство. Да. Так вот, нам надо найти еще одну или две. Наверное, две. Устрицы. Что я забыл? Мы там одну только нашли. А, память старческая уже. В общем, найти всех устриц, которых мы еще не нашли, и да, отправить их на шоу. Да, вот, кстати, еще одна кровать. Вероятно, тут эта устрица и спит. Надеюсь, тут не будет крабов. Именно крабы тут и будут. Как говорится, ну и ладно. Но надеюсь, тут не будет больших разорителей. Так-так-так, сколько их? Вот уже им не спится. Этот поздний час, да, я таки еще спать не лег. Надо дописать до конца уровень. Так, надеюсь, хоть краб один будет. Ну давай. Краб, покажи-ка, что ты там умеешь. Ну, чё ждём? Не ебётся. На тебе. Вот так. Раз уж ты, дурачок, ждёшь чего-то. О, хитрый. Ну, давай, 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 давай. Удиви нас. Фигушки. Мастерство. Ух ты. Ну ничего, наш боевой пони показывает ему, как надо. Как надо, как не надо. Еще одна устрица. Теперь нам нужна звезда. Да-да-да, звезда. И это я. Ну, это она, в смысле. Эти звезды, они все такие вот звезданутые, считают себя супер самыми звездами. А на самом-то деле, как бы, не очень. А не пропустили ли мы тут какую-нибудь... Ну, не знаю. Это все-таки сундучки, а не просто комочки травы. Вот так. Нет ли тут какого-нибудь рыла? Или... Ну, не знаю. Замочные скважины. Нет, конечно, тут какие-то вроде как щели есть, но... Тут невидимая стена. Здесь? Сюда? Нет, нет. Даже вот сюда за траву нельзя запрыгнуть. И вот так. И вот как-то так, ладно, запрыгиваем, идем к следующей, наверное, их будет все-таки три, и это была вторая. Но, ну, курица, хода назад нет. Ой, ё-моё, это-то что такое? Начинаются загадки? Оу, окей. Что нам скажет? Помоги мне, Алиса, плакат для шоу, он разорван, если я не смогу его восстановить. Плотник мне... Что? Кости переломают. У тебя костей нету, ты устрица. Единственное, что можешь считать костью у моллюсков, это вот панцирь ракушки. Ай да ладно, кому я рассказываю? Что скажет кот? Значит, соберите 4 блока в окрестностях, чтобы начать испытание. Ага. Передвигайте части мозаики на доске, чтобы получить целое изображение. Ну, типа пятнашки. Для этого это нужно сделать за ограниченное количество ходов аж на 5. Хорошо. Учтем, что говорит дядька кот. Кот. Правильный порядок вещей всегда был для меня загадкой. А, для тебя тоже? Где кот? Еще кот. Скажи еще что-то. Короче, кот где-то был, я его не успел рассмотреть. Да. Ну, как бы... А чё они валяются? Надо собрать. Начнем с вот этого. Нажмите C, чтобы подобрать. Подобрали. Мне нужен этот плакат. Сейчас. Быстрее, Алиса. Все такое. О, господи. Какие тут все шипсданутые в этой стране чудес.
Надо было назвать ее не страну чудес, а страну шипздиков. Как-то так. Что тут? Что? Еще одна. Так, это еще, значит, два. Помоги мне собрать плакат по кусочкам, Алиса, все такое. Это там устрица ноет. Ну, поймите правильно. Так, два есть. Ну, сюда, значит. Ага. Плюс тут будут враги. Что-то противно так шуршит, урчит. Разберемся. Да ладно, сколько... Ух ты, ребята, вас что тут реально много. Да, да, конечно. Заморозить это по-ихнему. Ледяной снарк, что ж вы хотели? Добей хотя бы уже одного. Что, он готов? Пойди ж ты разбери. Где он? Ай-яй-яй, кусается. Ну, кто еще тут? Кто на новенького? Ага, сейчас. Спускайся сюда, раз такой умный. Крабина позорная. А ну так тебе. Под брюще попадает? Нет. То есть это нам надо же запрыгнуть наверх. Ого! Это внезапно. Взрывайся! Ну вот как-то так. Да и чё молчу, сосредоточен просто. Ага, и только потому, что мы их убили, опустилась колонна и поднялась подпрыжка. О, как все. Сюда наверх можно? Нельзя, невидимая стена в виде цилиндра, печаль. Ну ладно, ничего страшного. Воу, подпрыжка. Так, забрали какой-нибудь секретный секрет. Быстрее, шоу скоро начинается. Ай, ничего, шоу без нас не начнется, так что не переживайте. Какие-нибудь секретосы? Может, рыло? Я прислушиваюсь. Да что-то не слышно. Просто у меня тут такие наушники. И вообще, так все сложно. Я почти не слышу звуков игры. Иначе никак. Вот такая у меня сложная система записи. И, в общем, да. Печаль. Так, еще одна нужна. Правильно же я понимаю? Одна еще нужна. Да, еще одна нужна. И где же ее теперь взять? А вот, где-то тут. Ой! Да ладно уже, ну как-то нормально, прыгни. Вот. В итоге мы что видим? Воспоминания. Это хорошо, воспоминания это нужно. А туда? А куда? А сюда. Ой. Ну туда же тоже как-то что-то там есть. Для чего там подпрыжка? Это же не просто так. Ладно, давайте начали по невидимым платформам пройдемся. Ведь это тоже же совсем не просто так. Хоп. Воспоминаницы. Держи проблемы и мучения на расстоянии, где о них можно легко забыть. Окей. Учтем, доктор. А чё, я понял, это тут просто советы. Людям с игровой зависимостью дает опытный профи доктор мозгов. Ну, в смысле, психиатр. Такс, и что? Ага, как все сложно. Надо нажать с помощью нашей чудесной часовой бомбы на кнопку, чтобы успеть туда, к дверце, которая откроет. Да ладно! Какой ужас!
Все, мы взяли, успели? Да. Быстрее они могут прийти в любую минуту. Угу. Давайте, пусть приходит. Оу-оу. 5 ходов. Как справиться с этим? Действительно, как с этим справиться? Ну, что я хочу сказать? Если я нажму вниз... 5 ходов. Что жать-то? Вы хотите решить... Да. Пробел. Ага, вот так. Понял, намек, понял. Третий ход. Он правильный. Теперь вот это четвертый ход. И это пятый ход. Это не пятый ход, это шестой. Ну, в общем, получилось. Теперь мы снова займем наше место перед любящими поклонниками в театре. Да слава богу, уже быстрее бы же это шоу кончилось. Да на нормальную какую-нибудь главу перешли. Хотя тут все такое, что... Да, вот такое. Все вроде везде побывали. Там-то мы были, вот, да, здесь мы были. В маленькой дырке были. Откуда-то мы пришли, наверное, отсюда. Сюда ходили. Вроде повсюду мы тут пробежались. Экая тут. Что пишут? Танец смерти. Написано осьминогом. В главных ролях. Эти как их там? Мидии. Устрицы, в смысле. А, режиссер. Плотник. Подождите, а где это? Рыба-бутылка. Почему не написано? Ну ладно. Вау, как противно. Окружены врагами. Расчистите себе путь с помощью лошадки, то есть боевого пони. О, на марже. Круто. Что такое? Не понял. Мой бог, вы не импресарио, вы убийца, тайный лидер преступной организации. Но этот мир не черно-белый, Алиса. И я выполнила ваше поручение. Ты выполнила несколько заданий и запачкала руки. Ну что ж, зрелище отвлечет толпу. Стыдись, если ты пропустишь его. Тебе надо разобраться вот с этими моряками. Пора действовать. Пора поговорить уже о кораблях и об овощах, о знатности, о крылатых поросятах, о судьбы, превратностях и прочих гадостях. Это был рэп. Хватит, Морш, если ты опять начнешь ныть, что на пляже... Короче. Как тебе не стыдно, плотник? У меня не было выбора. Не всегда можно сделать так, как хотелось бы. Я думал, ты уже должна была это понять. Ну, такое. Я-то думал, все хорошо, а все совсем нехорошо, а... Нехорошо. Утонувший моряк. И он бомбы кидает. Давайте так сразу. Ух ты, да, он кидает бомбы. А она бежит вперед, потому что это почему-то так вот происходит. Но не назад. Все. Да ладно. Где? Вот. Оу, новинка. То есть, кроме того, что он кидает бомбу, он еще и бьется в рукопашную. Но ему просто так не надо, вот чем-то таким прямо вблизи вот так. Когда он вылезет. Блин. То есть его тоже не один раз на... И ведь это легкий уровень. Ну почему бы не сделать, чтобы их можно было убивать с одного удара? Нет. Вот так. Ну давай уже, появляйся, что ли. Давай, давай. Я жду. Давай, давай быстрее добить его. Ну. Я что думаю, это может их два тут, а не один? Ты! Все что ли? Это только один. Боже мой, как бой с каким-то боссом. Что? Что нам Ц говорит? Ну что, это корабль.
И вообще кладбище подводное или моряков. Или... Короче, какое бы там ни было. Ну-ка. Может, тут можно как-то взорвать эту дырку? Нет, ничего нету. Показалось. Че пишут? Ага. Хрюкает рыло. Рыло? Где-то тут. Рыло. Ого. Секретный дырк. Ну, нам, наверное, туда сходить надо. А то. Я-то думал, мы уже сейчас шоу увидим. А вот дульки. Так, да-да-да. Ну, как тут камера работает? Куда идти? Ненавижу. Вот. Алиса, домашние животные — это наши друзья и выражение нашего внутреннего я. Как и твой белый кролик. Уверен, Дина была твоим спутником до самого конца. Как-то так. Я не успел прочитать. Но вы всегда можете отмотать, нажать паузу и прочитать, если вам что-то вообще тут интересно. Так и не понял, в какую нам сторону? Сюда, что ли? Или тут куда угодно можно идти? Что? Хрюкнуло? Так это слуховые галлюцинации можно лопотать. Морской кактус. Кактус-моряк. Может, это шпинат для моряка папайя. Ну же, что это такое? Так, и походу получается, что мы тут круги нарезаем, да? Отсюда же мы пришли, правильно? Нет? Да? Да, вот мы вроде отсюда пришли. Да, все это было, там было рыло. Итак, и этак мы идем в правильном направлении. Окей. Зубы туда. Куда? Туда? О, фу, хорошо. А мы как раз оттуда и пришли. То есть тут были сундучки, и мы их собрали. Хорошо. А моряк-призрак сюда. Это неудивительно, тут как бы ничего другого и не ожидалось. Где он будет? За воротами или перед воротами? Как вы думаете? Делаем ставки за воротами. Ну, уже видно, что мы... Что? Это значит, в эти врата нам надо пройти, чтобы успеть на шоу. Ну вот. Началось. Та-т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 а. Он хоть один? Да ладно. Двор... Опа. Это внезапно. Да ладно. Ну что вы с этими своими моряками? Ну тут даже не весело. Нет, я понимаю, что в игре должны быть трудности. Но эти какие-то... Как вы это объясните? Какие-то некомфортные враги, вот так скажем. В первой части они были покомфортнее. Тут же какая-то... Ну не знаю. Камера матом стоит. Ну, в общем, это очередной вайн о том, что Алиса не торт. Уходим. Оу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Оу. Привет, пока. Так, как-то надо так по-хитрому теперь. Отлично. Все? Друг или враг? Прошу тебя, Алиса, помоги мне осуществить мой замысел. Мне нужны мои люди. А? Они могут показаться враждебными, но их истинные сущности заперты внутри. Ты должна их освободить. Они правда хотят обрести покой? Они не осознают, что творят. То, что относится к живым, часто касается и мертвых. О май гадабл. Что ж у них тут сплошные квесты-то? Ну что, морячок, ладно. Как бы
Вариантов-то у нас немного. Уйти-то мы не можем туда, куда надо уйти. Ну ладно, идем выполнять квест. Ну а что делать-то? Такая вот в игре демократия. Выбора нет. Ой, и тут что-то злое. Ох, тут их будет. И тут нельзя умирать, потому что начнешь все сначала. Это злое место. Как вспомню, так вздрогну. Ну, может, нам поможет хоть сбор каких-нибудь цветочков. А чё тут ничего нету? А куда нам идти-то, собственно? Стоп. Куда? Кто? Может, я что-то не нажал? Или надо договорить с этим морячком? Попробуем. Нет. И воздействия нету тоже никакого. Ну, двери-то закрыты, так что, наверное, все правильно. Да, вот здесь вроде как открыта дверца, значит, нам в эту сторону. Окей. Ну да. Ох, тут будет тоже бесячее место. Что это такое? Это чего это такое? А, ну понятно, чего это такое. Очередной моряк-призрак. Бьешься много. Получи от нашего боевого пони кирпичи. Так, ну давай, выпрыгивай. Оп. Ну, где? Ать. Ой, боже. Вот это мне не нравится. Что вроде бы это обычный противник. То есть обычный моб. Ну, мороки с ним как... С каким-то боссом просто. И это еще только начало уровня. Уровня, в смысле, где их надо штуки 3 собрать этих... Да хватит уже кидать свои бомбы. На, дебилята, этого мало. Ну серьезно, это не весело. Получи. И этого мало. Я сбагоен, и вы сбагоитесь, все будет хорошо, мы его добьем. 1000 извинений, глубоко уважаемые телезрители. Ну давай, появляйся. Оп! Нет, я не успел нажать Shift, но почти успел. Да ладно! Сколько раз его бить? Это реально не весело. Это и называется неинтересность в игре. Вот поэтому. Вместо того, чтобы проходить дальше, я должен выгрызать бой с каким-то мобом, который вообще тут как здрасте и не нужен. Ах ты ж... И дали всего одну... одну розочку. Ну, теперь-то стало все лучше. Стой, вернись, я же спасительница в каком-то смысле. А теперь его еще надо догонять где-то. Unbelievable. Чего это такое? Я вспомнил. Это еще одно бесющее место. Надо срочно так прыгать, чтобы именно успеть за этим морским коньком. И ни-ни нельзя падать. Ну, потому что он освещает все кругом. Иначе, если...
если мы не попадем, то пропадем. Как-то так. Спасибо, что освободила меня, я об этом и не мечтал. Воу. Какой кошмар. Это только первый склеп в этой противной местности. Так и есть, так и есть, умница. Давай дальше, жги. Хоть бы тут эти розочки выпадали, что ли. Ну им-то что, им-то весело, а нам-то не весело. Ну, я думаю, если мы уже их одного освободили, значит, если вдруг, не дай бог, Алиса погибнет, то уже начинать будет с этого одного, а не с самого начала. Хотя, кто его знает? Ну, в общем. Придурочные эти моряки, вот эти вот, конкретно эти. Ладно, я думаю, что будет дальше, мы узнаем в следующем эпизоде. Спасибо за внимание, с вами был Джага и Алиса. Да, вот это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!